обеспечивается гарантированное поражение противника. Эффективность осколочного действия снаряда с воздушным подрывом в несколько раз превышает эффективность снаряда, срабатывающего при контакте с целью. Танк Т-90МС приступает к выполнению огневых задач при совершении непрерывного маневрирования. Танк Т-90МС находится на уровне лучших мировых образцов, а по отдельным параметрам имеет превосходство. Выполняется полное минирование и прицеливание. Воды поражается танк противника. Вести боевые действия в условиях высокогорья и различных климатических зон. Осколочный ураган второго огневого рубежа свободной артиллерийской артиллерии. ВРК предназначен для обнаружения и уничтожения стационарных подвижных целей, его поддержки и войсковой линии для подвижных ставки электрического подрыва управляется силой ведет прокладывание прохода на длинном поле. Как мы видим, танк уверенно преодолевает препятствие стенка высотой 85 сантиметров. Значит, новым видом комбинированной брони со встроенной динамической защитой, что обеспечивает надежную защиту от всех видов противопожарного средства. Данный сходу преодолевает сложное препятствие в рост длиной 1 метр 20.